Возвращаемся к теме большой воды. Ее сейчас много в Краснодарском цирке. Но, к счастью, это не последствия подтопления, а поле для нового представления. Яркие декорации, клоуны, дрессированные животные, чудеса эквилибристов. Цирковая труппа подготовила для зрителей незабываемое шоу. Анастасия Лисова подробнее. Огонь, вода и акробатические номера. В Краснодар приехала водная феерия. Это новое цирковое шоу на воде, где чудесным образом переплелись магическая музыка, хореография в воде и сказочный свет. Все это создает необыкновенную атмосферу фантастического мира, которую уже успели оценить первые зрители. Мне понравилось, как собачки танцевали. Начиная от клоунов и кончая самыми сложными номерами, так скажем. Но если ребенок высиживает свободно, то взрослому это шикарно просто. Нам шоу очень понравилось, поэтому само общее впечатление представления очень чудесное. Трюки разные, мне это понравилось. Мастера спорта международного класса то взмывают в воздух, то ныряют под воду. Нашлось в программе место и номерам с голубями, собаками, змеями, удавами и парой морских львов. Это костюмированный, хорошо освещенный, плюс оформлен фонтанами, синхронным плаванием, балетом. То есть вся программа, она, по сути, это традиционные цирковые жанры. Есть акробаты, гимнасты, фокусы, дрессура, клоуны. Это обновленная программа. В прошлый раз цирк на воде приезжал в наш город в 2010 году. Тогда публика была в восторге. Насколько изменилась программа сейчас, можно узнать в Краснодарском цирке. Анастасия Лисова, Анастасия Дешина, Михаил Дроздов, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар».